Джан и Санем очень удивлены тем, что Полен и Егид оказались братом и сестрой. То, что Егид переехал в их здание, и то, что он является братом Полен, вынудит их встречаться чаще. После того, как Санем принимает предложение Егида, тот сразу приступает к работе. Эта ситуация сводит Джана с ума, а Полен по совету Егида решает выступить кулинарную книгу, немедленно начиная работу над ней. Хюма, желая поддержать Полен, устраивает в своем доме банкет, на котором подают ее блюда, к чему приведет ревность, которая с каждым днем все больше разгорается между Джаном и Санем. А насладиться очередной, а именно 33-й серией турецкого сериала «Ранняя пташка» на русском языке вы сможете уже 9 марта. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.